Здравствуйте, друзья. У нас делегация из, как называется, из безвизовой зоны. Уже. Так, значит, это вы как-то сгруппируетесь. Но вы пересекали границу-то. Ну, с Америкой еще визовый режим. Понятно, понятно. Так вы откуда сами? Киев. Так. Мы тоже из Киева. Кияне. Да. Так это украинскую мову разбавляете? Безумовно. Хорошо. Так, ну представляйтесь, как, давайте девушку вперед пустим. Меня Юля зовут, из Киева. Приехали, вот мы всей компанией сгруппировались, познакомились в Фейсбуке. Один из наших товарищей, который пока еще не прибыл сюда, организовывал тур с заездом в Силиконовую долину, с посещением компании, Facebook, Google, и мы, в общем-то, к нему присоединились. Так. И ну, а как приехали можно заехать к Михаилу Попову в Facebook и Google, не зайти к нам, правильно? Ну, конечно, да. Вот. Смотрим хорошо. Уже ваш канал очень давно. Играем в грин-карт лотерею. Ребятам тогда привет передавайте нашим зрителям. Всем привет, друзья. Так, подписывайтесь на Михаила Портнова. Да. А вы уже подписаны. Юля, я понял. Так, давайте теперь по росту. Значит, вы будете. Меня зовут Андрей, я из Киева. Вот по мотивации Михаила устроился в QA несколько лет назад. Вот, работаю удаленно, поэтому могу возможно. На американское учреждение. На лондонское учреждение. Замечательно. Ну, нормально так работает? Абсолютно. А с точки зрения копеечки, то есть это лучше в Киеве работать удаленно на лондонскую организацию? Ну, в нашей компании хорошо. Отлично. То есть вы рекомендуете другим киевлянам тоже? Говорят, конечно. С работой сейчас тяжко стало. С тяжкой стало с работой, потому что люди неправильно устраиваются. Они после курсов не хотят бесплатно работать за опыт. Ага. Или, ну, имеется на open source проектах, да. И хотят, чтобы их без опыта ждали. Их без опыта не ждут. Уже? Да. А было время полегче было? Было время полегче, но все равно сложно. Нужно знать очень много разных лайфхаков. То есть, на интервью или тех профессиональных? Резюме. Попасть на интервью очень тяжело сейчас. Очень тяжело. Даже с опытом? Бывает даже с опытом, да. То есть нужно хороший, нужно все. То есть, в общем, нужно поработать немножечко, пойти к правильным людям, чтобы они подсказали, что и как. В общем, начав с нашего канала, закончишь у правильных людей. Так. Да. И, конечно же, надо coding skills. Да. И все это. Какой-нибудь язык программирования? Ну, Java в основном. Хорошо. Юлия, вы чем занимаетесь? Ну, мы вообще занимаемся продакшеном. У нас своя компания в сфере видеопроизводства. А с кем вы в компании? Вот там мой муж Денис. Кого-то первый раз видели. На Фейсбуке познакомились. На Фейсбуке познакомились. Нет, ну мы вместе, мы как пара приехали. Денис, значит, все понял. Так. Ну хорошо, так и что, это будем делать этот селфи? Будем обязательно. Все. Вот это молдавская. Как я правильно одеть? Молдавская. Вот, пожалуйста, молдавская. Называется... Хочешь такую? Кушма. 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 Кепки. Да. Вот. О, Route 66. Так, ну-ка давайте на вас папаху. Ну, давайте. Я думаю, мне тем более вы ростом меньше всех. Вам папаха. Идет? Шикарно. Нормально? Так, все. А я тогда... Андрей вообще идет. А я тогда вот что-нибудь такое... Не знаю, по цвету мне... Лера, по свету подходит? Да. Ну хорошо, так, давайте. Ну, у вас не сильно. Так, Валерий, а ну что снимаем? Так я не знаю. Вы ей даете прибор какой-то. У меня на поготове. Ты на свой хочешь? Да. Ну давай. Вот у тебя моднее телефон. Так, что за система? А, айфончик. Так, вот мы... Видео снимать или... Нет, вы снимаете, как снимает фото. Валерия. Ей есть? Фото или видео? Нет, она снимает для них. Хорошо. А вы снимаете для нас. Да. Можем так. Готовы? Да, можем лайк сделать какой-нибудь. Фейсбучный. Да, фейсбучный. Вот, фейсбучный. Готово. Все, ура! Отлично. Супер. О, да. А все? Папаха вам очень такая лихая, папахи. Идет мне, да? Извиняюсь, я скушу вам годиков. Ты такая замужем уже. 26. Ну, вам еще погулять лет 10. Ну, так получилось. Ну, бывает. Нет, когда человека встречаешь, уже все. Да, да, да. Мы уже вместе и так 5 лет. Мужем вместе, а вот месяц назад мы поженились. Ну да, а я тоже в 19 лет женился. А ей вообще 18 было. Ничего не соображали.
Мы Светлану тоже знаем. Да. Из видео. Хорошо. Ладно, ребят, спасибо. Сейчас еще один придет товарищ, он американец, он говорит по-русски, говорит. Никто не понимает, что он американец. Просто выучил язык. Он, и что, его, хорошо его, говорит-то? Да не отличить. У вас канал есть? Да, да, ну я только... Только начала? Начала недавно, месяц назад. О чем снимаете? Обо всем. Лайфстайл. Канал. Там или тут, или... Ну, еще там. Сейчас о путешествиях снимаю. Хорошо, снимаю, так а что же? Мы бы вам промоушен какой-то. Как называется канал-то? Ну так и называется, как меня зовут. Юлия Дейнега называется канал. Юлия? Прям по-русски пишешь. Юлия Дейнега? Ну я не знаю. Я давайте вам напишу. Напишите. Ну у меня там как бы... Алло, давайте я вам дам, у меня специально для канала есть... Нет, это не та карточка. Это ручка? Это ручка, она крутится. А, вот. У меня есть карточка, я специально ее сделал, когда в Киев ехал 4 года назад. Там какое-то у нас мероприятие было. Вот. Посмотрите. Ух ты! Да, Silicon Valley. Человек на карточке, это я. Ага. Да, но это просто жена любящая, знаете, она фотошопом, вот, и, да, там, волосы переставила оттуда-сюда, но это бывает. Так вот вам, значит, держите вам. Ой, это спасибо. Вот, а вы на бумажечке мне напишите тогда, какой ваш. Ну. Уже видео-то много у вас? 5. А подписчиков? Ну, подписчиков 400. О, с 5 видео. Нет, у меня был канал несколько лет назад, но я его забросила, и у меня просто за этот период, ну, я там тоже буквально у меня было какое-то. Тот же самый канал. И я сейчас начала опять. То есть те люди, снимать, которые были, они как бы там же. Да, да. Не да. Все отписались. Не там. Все отписались. Ну, там у меня как бы тоже было немного видео. А вы украиномовный канал или нет, как? Нет, российскомовный. Российскомовный. Ну хорошо. Да, мы. Сами я из Центральной Украины, у меня семья по-русски говорит, поэтому... Понял. Хорошо, ладно, давайте, счастливо. А вы куда теперь едете-то? Едем на Google ивент, что-то с стартапами, Google организовывает. Ну нет, я имею в виду... Дальше? Из Кремниевой долины вы куда? Мы сначала были в Вегасе, потом там по 3 дня в каждом городе, потом в Лос-Анджелес. Там у меня есть студио, все дела, потом сюда на машине, по первому хайвею частично. Хорошо. Очень и красиво. Здесь. Хорошо. И Сан-Франциско. И а вы проехали? Из Лос-Анджелеса вы не были в Сан-Диего, да? Нет. Угу. А Оранж-Каунти вы хотите сказать? Там очень красивые вот эти городочки маленькие на подъезде к Сан-Диего, по первому хайвею, если ехать, там потрясающие маленькие городочки, сказочные такие. Ну ничего, в следующий раз ездить. Мы были в Санта-Барбаре. Так, вот. Как там? Понравилось. Замок Хёрст смотрели там рядом. Проезжали, но мы решили не заезжать, потому что 2 часа тратить времени. Датскую деревню. Посещали. Вина напились на вайнери. На дегустации, да, вина выпили. Ну, в общем. Это правильное место здесь есть. Да, ну классно очень было. Дорога, там супер вью различные. А теперь приедете домой горилку. Да, мы тут, я забываю все, пойдемте покажем, а то я, знаете, все время говорю, раз уж мы тут на камере, значит, идемте покажем, у нас есть такой, нет, горилка украинская, горилка. Вот все, что будет. Подождите. Вы мне другое не давали. Михаил, мы через годик привезем. Выпили? Это я не знаю. Выпили. Да, вот говорит Клюквина. Клюквина у нас всегда наверху стоит, Миш. Я думала, вы это хотите. Ну давайте, ладно, друзья, раз Клюквиной нет, то вот у меня москальская есть. О, легенда Кремля. Легенда Кремля. Ух ты! То есть да. Они голодные ребята. Давайте хоть вытащу, а то я никогда ее не понимал. Слушай, а как если что в этой книге? Ну я тебя потом спрошу. Белая. Сбрось. Слушай, немного водки, прям как в графинчике, да? Где-нибудь в ресторане. Ну это так, подегустировать. А может быть у него хрустальная бутылка, нет? Вряд ли. Да. Ну, в общем, у нас есть еще одна с золотым песком. Нам подарили из Питера. Ну, а теперь будет еще легенда Кремля. Проблема такой бутылки в том, что пить-то не станешь. Жалко пить. Ну, как-то выпил и нету, понимаешь? Да. Ну, мы вам там калифорнийского принесли из Whole Foods. Ой, спасибо. Его можно. Все, друзья, оставляем Софии легенду Кремля. И переходим
На легенды, так сказать, конечно, современной Украины. Конечно, без мотивации ничего всё. Вообще нет. Спасибо вам. Спасибо. Давайте прощаемся. Секунду, я вас хотя бы сниму. Михаила сниму на секунду. Все, прощаемся. Спасибо большое, что нас, это на видео приняли. Снимаю. Да, спасибо, что нас приняли. Было очень приятно побывать у вас взаимно, в гостях. Взаимно. Еще приедем в гости. У нас такая процедура, у нас гости приезжают. И так, у нас, знаете, как у Фейсбука там не были еще, да? Там это место же были. Да, а вчера были, там все там снимались. Вот да. А у нас можно, тут, когда вот такое место. Ладно. Вот, а, Фейсбук маечку приобрели да, там. А у нас из Фейсбука. Стойте тут, сейчас принесу. Да. А у нас из Фейсбука, я не знал, чего купить, вот на фоне маечки темной, вот хорошо будет видно. Вот. Главное, чтобы было что-то в рюмочке. А это горилку, мы вот эту вашу украинскую, клюквенную эту горилку-то и пьем. И выпили, сами не заметили. Я удивился, обычно я беру сразу две бутылки, чтобы сразу не выпить. И в офис, все, и в офис. Такие хорошие, они большие. Естественно. Хорошие, тяжелые. И нам очень важно, знаешь, да, чтобы... Все, а то мы так никогда не простимся. Ну хорошо, да, спасибо. Давайте. Счастливо. За прием. Пока-пока. Пока-пока, да.